Дмитрий Никифорович Максименко. Родился 29 ноября 1927 года. Участник вооруженного конфликта между Северной и Южной Кореей. Награжден медалью за боевые заслуги. Медалью Жукова, юбилейными медалями. Проживает в станице Азовской под опекой сына. Уважаемый Дмитрий Никифорович, с праздником вас, с Днем Победы! Спасибо героям, спасибо солдатам, что мир подарили тогда в 45-м. Пусть счастье и радость живут на планете, ведь мир очень нужен и взрослым, и детям.